Да-да-да, друзья, сегодня дошли до вирусной песни «Эстрада Рада, Вите надо выйти». Именно эту песню я научу вас сегодня играть. Берите гитару в руки, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем разбор. Но сейчас посмотрим небольшой кусочек игры на гитаре этой песни, чтобы вы вспомнили, как эта песня звучит. А, мы эту забыли, скажете. Друзья, и приступаем к разбору, поехали. Давай напишем эту песню, мать его, чтоб никогда не поставили на радио, чтоб никогда не назвали ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите, Вите, Вите надо выйти. Остановите, остановите, Вите надо выйти. В Турции или Египте Вите надо выйти. На Самуи или Пипи Вите надо выйти. Вите на репите. Ребята, есть хорошая новость для гитаристов. Вышло глобальное обновление песенника Your Guitar, с которым я вас уже знакомил на одном из прошлых разборов. Теперь база данных постоянно обновляется. Есть возможность изменения тональности песни, детальная настройка отображения текста песни и, самое интересное, кнопочка «Запрос на подбор вашей любимой песни». Ссылочку на приложение «Стали» в описании под видео. Приложение называется Your Guitar, специально для айфона. Это приложение сделано. Так что все ваши песни, любимые, будут под рукой в вашем айфоне. А мы приступаем к разбору. Поехали. Песня построена на двух аккордах. Тональность песни соль минор, GM, третий лад. Без фака зажимаем. Таким образом. Следующий аккорд DM. Или я его беру вот здесь на баре пятый лад нижней посадкой. Лучше брать на баре, потому что фишки всякие прикольнее делать на баре. Вообще они получаются только на баре. Вся песня на двух аккордах. Начинаю вот с таким вот перебором. Нужно расслаблять левой рукой некоторые аккорды, чтобы вот так же круто все прозвучало. То есть дергаем бас. Дергаем бас. Три нижние струны. Расслабляем левую руку, чтобы коротко прозвучало. И сразу хлопок в правой руке. Синхронно и легко должно быть. Потом делаем, дергаем точнее шестую, пятую, на звучащих третью, опять расслабили, хлопок, дернули опять три нижние и расслабили. Все, по сути выучили. Медленно. Первое воспроизведение шестой струны звучит довольно долго. Потом на ДМ воспроизведение пятой струны. То есть пам, 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 пам. То же самое проделываем на аккорде ДМ, только с пятой струны. Один из вариантов перебора. Также покажу еще второй, очень сложный, но чуть позже, но зато очень крутой, прямо клево звучит, я вас уверяю. Нужно петь куплет, поехали. Давай напишем эту песню, мать его, чтоб никогда не поставили на радио, чтоб никогда не назвали
ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите, пейте. Ну, дальше идет припев. Самое главное — это научиться играть переборчики и бои в этой песне, а петь тут вообще нечего. Что звучит в голосе? В голосе звучит вот такая вот мелодия. Четвертая струна, пятый лад, третий лад, снова пятый. Потом пятый, седьмой, восьмой лад. Потом седьмой, пятый, седьмой. Обыгрываем седьмой и пятый лад. Что делать с этим? Это мелодия в голосе, то есть вам нужно повторить. Давай напишем эту песню, мать его, чтоб никогда не поставили на радио, чтоб никогда не назвали ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Если сможете также продублировать, то есть слиться с этой мелодией на гитаре, то вы красиво споете. Вот и все. Припев. Играю я клубным боем вот таким вот. То есть я его часто использую в разных песнях современных для клубного боя. Фу ты, для клубных песен он очень хорошо подходит. Посмотрим. Рука легко вообще должна выполнить все эти движения, которые я сейчас покажу. Вниз. Вверх, хлопок, вниз, еще раз. Вверх, хлопок, вниз, еще раз. Два удара, вверх, 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 через паузу. Вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще раз, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Если что, перематывайте назад и еще раз медленно смотрите. То есть хочу показать вам то, что это легко. Вот эти все минимальные движения вверх-вниз, это по инерции должно быть легко. Могу еще так расслабиться. Сама играет. Вот вам небольшой мастер-класс. Попробуем спеть припев. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. В Турции или надо выйти. Когда медленно, сложнее. Когда быстро, это по щелчку легко должно быть. То есть сейчас посмотрим, что поется в голосе. Остановите, остановите. Дальше пятый лад, седьмой, восьмой, седьмой снова. Потом на седьмом игра. Вите. Потом еще раз восьмой и седьмой лад. Вите, Вите, надо выйти.
ничего сверхъестественного. Но второй куплет можно исполнить вот таким вот перебором, более сложным, но очень крутым. Научитесь его играть. Остановите этот бит, Витя танцует, Витя не спит. Остановите. То есть вот таким образом он звучит. Как его играем? Дергаем шестую, первую, вторую струну вместе. Потом пятую, третью, хлопок. Очень много движений будет. Вот первое движение. Дальше то же самое. Дергаем шестую, первую, вторую вместе. Пятую, третью. И шестого, шестую струну. То есть некая пауза после первого щипка. Соединим. Осталось добавить вниз, вверх. Довольно легкий, по сути. С виду, да? Но в быстром темпе его сложнее играть. Еще раз. И здесь. С пятой. Дергаем. Вот и все, друзья. С этой песней мы разобрались. Если хотите простыми аккордами играть, пожалуйста, аккорд АМ, аккорд ЕМ. То же самое поем. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите. Ребята, спасибо вам за просмотр. Наш разбор подошел к концу, к сожалению. Если у вас все получилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на Хижину Музыканта. Ну а если вдруг не получилось, также в описании под видео есть ссылочка на мой самоучитель игры на гитаре под названием «Освоим гитару за 7 дней», пройдя который, вы уже точно научитесь держать гитару, брать аккорды быстро, сменять аккорды и, самое главное, петь ваши любимые песни. Всем до скорых встреч, всем пока!